эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. 18 января музей-заповедник «Горки Ленинские» присоединится к международной акции «День музейного селфи». Это, получается, весьма необычные снимки. Они у нас есть. И надеемся, что 18 января их станет еще больше. В Центральной библиотеке прошел творческий вечер Татьяны Бирюковой. Но думаю, не больше, не меньше, что этот славный город назван «Видное» из-за таких, как Таня, видных женщин. Рождественская лыжная гонка состоялась в Видном уже в 12-й раз. Принять участие могут все желающие. Старт открытый, регистрация свободная. Инклюзивный клуб «Дорога в жизнь» готовится к новому выступлению. Музыкальная программа «Год счастья. 4 сезона» уже успела оправдать надежды руководителя проекта. В прошлый раз участники клуба пели вместе с заслуженной артисткой России Аленой Бабенко. Куда теперь намерены отправиться артисты без границ, выясняла наш корреспондент Юлия Погосян. Клубу «Дорога в жизнь» уже 8 лет. Здесь занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Руководитель проекта Елена Толстокорова задумывала его как место социализации особенных ребят. В начале пути было непросто, ведь в то время инклюзия была чем-то незнакомым. С годами ситуация в корне изменилась. Я вижу, что сейчас у нас получается приблизиться к этой цели. Нас слышат. В правительстве есть ресурс, есть грантовая система, премии, в которых мы участвуем. И мы даже сейчас имеем свое НКО. Поэтому мы шагаем в это. В клубе несколько направлений. Помимо прикладного творчества, большой популярностью участников пользуются музыкальные. Благодаря сотрудничеству с Центром социального обслуживания «Домодедовский» недавно ребятам удалось посетить масштабное мероприятие, которое проходило на одной из площадок города Москвы. Выступили с постановкой «Год счастья. 4 сезона». Исполнили тематические песни. Впечатления просто колоссальные. Безусловно, это очень большой труд, это очень заняло очень много времени, но очень было приятно, что мы дали ту энергию, которую мы хотели дать. И на нас позитивно отреагировали, нас заметили, это было очень важно. Спектр эмоций был просто огромный, это был заряд позитива, и, в общем, все было здорово. Помимо колоссального опыта, участие в московском мероприятии подарило клубу полезные знакомства и возможность перейти на новый творческий уровень. Коллективу предложили создать театральную постановку, с которой они смогут выступать на инклюзивных фестивалях. Это очень важно, потому что это уже расширение такое идет, да, так скажем, возможности клуба. Ну, плюс, возможно, нам дадут сцену, малую сцену театра «Современник», и мы там можем репетировать по понедельникам. Мы когда говорили вот с организаторами мероприятия, они сказали, надо сделать что-то такое, чего не было до этого. Это сложно, да, и мы, может быть, уйдем в юмор, потому что ребята очень с хорошим чувством юмора. А пока коллектив не перестает репетировать, чтобы не утратить заряд позитива, который получили от последнего выступления. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Во многих музейных галереях нельзя фотографировать выставочные экспонаты. Но есть один день, когда для посетителей возможно исключение. Это международная акция «День музейного селфи». И сделать автопортрет рядом с любимым произведением искусства только приветствуется. 18 января музей-заповедник «Горки Ленинские» присоединится к акции. Сотрудники исторического комплекса рассказывают, что участвуют в мероприятии уже в 6-й раз. В этом году особый популярный популярностью посетителей для фото пользуется выставка «В чем моя вера». Используют и прозрачную нашу композицию, используют и камень. Это, получается, весьма необычные снимки. Они у нас есть. И надеемся, что
18 января их станет еще больше. Принять участие в акции может любой желающий. Достаточно в этот день посетить музей-усадьбу Горки-Ленинский, сделать селфи на фоне интересных экспонатов и разместить фото в любых соцсетях. Далее будет проведено голосование, и лучшие фотографы получат призы. Победитель получит несколько призов. Призами будут билеты на концерт замечательной классической музыки стипендиатов фондов Дениса Мацуева «Новые имена». Концерт стипендиатов фондов «Новые имена» будут проходить в киноконцертном зале научно-культурного центра музея имени Ленина. Главная задача необычного фотоконкурса – творческое переосмысление экспозиции и музейного пространства в виртуальной реальности. Ведь в настоящее время для посетителя важно не только побывать в музее, но и сообщить об этом своим друзьям и подписчикам. В Центральной библиотеке прошел творческий вечер Татьяны Бирюковой. Поздравить поэтессу и писательницу с прошедшим юбилеем съехались друзья, родные, коллеги по перу и благодарные читатели. Ворвалось утро пассионатой, гимн солнцу, птиц многоголосый хор. Звучит любви ликующий аккорд и шелковые простыни. Помяты. Стихи и проза в исполнении автора и дорогих ее сердцу людей. Рассказ о том, как случайный визит в город Видное много лет назад определил судьбу поэтессы. Воспоминания родственников, друзей и коллег по перу и, конечно, поздравления. Вот так душевно по-домашнему в Центральной библиотеке в Видном прошел творческий вечер писательницы Татьяны Бирюковой, не так давно отметившей юбилей. С собой на пляж обязательно брала книгу, блокнот и карандаш. И она всегда говорила, мне сегодня надо написать 10 строк. Вы наш преданный, наш бессменный безотказный помощник. Потому что если я обращаюсь сделать сценарий какого-то вечера, если я прошу стать членом жюри, Татьяна Александровна всегда отзывается, всегда с готовностью и изо всех сил старается сделать все как можно лучше. Татьяна Бирюкова – поэтесса, писательница и краевед, автор нескольких сборников стихотворений для взрослых и детей, член литературного объединения имени Шкулева. Татьяна Александровна вот за несколько лет сделала для наших шкулевцев несколько книжек стихов собрала, выпустила. Ну, это вот как бы фотопечать. И в том числе про краеведческие книжки говорили сегодня. То есть это огромная работа на самом деле. В честь виновницы торжества в этот день звучало не только множество теплых слов, но и песни и стихи, написанные специально для нее. И Танин город неспроста имеет легко и справедливо объяснимое название, на слух весьма завидное, но думаю не больше и не меньше, что этот славный город назван Видное из-за таких, как Таня, видных женщин. В раздумьях пишет очерки и прозу, в мечтании стихи душевно льются. Она так тонко чувствует природу, что в творчестве ей много удается. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям и желает поэтессе неиссякаемого вдохновения. Екатерина Борисова, Иосиф Гринберг, Елена Кошлева. «Видное ТВ». Зимние виды спорта популярны как среди детей, так и среди взрослых. И катание на лыжах, конечно же, не исключение. На днях в Видном уже в 12-й раз прошла рождественская лыжная гонка. Наша съемочная группа поприветствовала спортсменов. Прекрасная погода, накатанная лыжня и, конечно, отличное настроение у спортсменов. Все важные составляющие для традиционной рождественской лыжной гонки есть. И в этом году соревнования собрали более 120 участников. С дистанции от 300 метров для самых маленьких до 6 уже взрослых километров. Принять участие могут все желающие. Старт открытый, регистрация свободная, детский сад, школа. Взрослые ребята, бабушки, дедушки, 70 и старше – отдельная группа. В активности залог успеха, уверена москвичка Наталья Пантелеева. Уже много лет она приезжает в Видное на эту лыжную гонку. Так в прошлом году она стала второй, а в этом, благодаря регулярным тренировкам, планирует улучшить результат. Лыжи и зима – это как неразделимые. Как только началась зима, мы сразу на лыжи встали. Раз в неделю стараюсь кататься.
Если состав взрослых участников более-менее постоянный, то детей с каждым годом становится все больше. Петру Николаеву всего 7, и уже третий год он занимается лыжами. Один из самых юных спортсменов, но при этом самый быстрый. Тренеры говорят, что уже сейчас мальчик бежит так, как будто ему лет на 5 больше. А какая твоя мечта? Моя мечта – это стать лыжником. Олимпийским чемпионом, наверное, да? Да. Завершилась лыжная гонка вручением кубков и медалей лучшим из лучших. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.